Здравствуйте, в эфире телеканала Обнинск ТВ новости, в студии Георгий Рузова и Дарья Человекова. Коротко о главном. Да будет свет. Автомобилисты и пешеходы ждут освещения участка автотрассы в районе улицы Борисоглебской. Дерзай знать. В технической академии Росатома прошел лекторий с участием известных популяризаторов науки из фонда «Эволюция». Фестиваль национальных культур. Представители шести диаспор, объединяющих народы, проживающие на территории Калужской области, выступили на сцене ДК ФИИ. «Делай, как я». Футболисты клуба «Квант» вместе с юными спортсменами приняли участие в сдаче нормативов ГТО. К журналистам телекомпании обратилась жительница Боровска с проблемой, которая беспокоит не только ее, но и других граждан. Речь идет о дороге, ведущей от Обнинска к деревне Кривская. В районе улицы Борисоглебска здесь отсутствует освещение, что может привести к чрезвычайным ситуациям. У многих автовладельцев и пешеходов вызывает недовольство тот факт, что на участке дороги по улице Борисоглебской отсутствует освещение. В социальной сети этот вопрос подняла и жительница Боровска, сообщив о том, что фонари установлены, но не горят. На еженедельном совещании руководители муниципальных предприятий и структурных подразделений администрации города Обнинска не раз обсуждался вопрос об электрификации этого участка трассы. Мне кажется, тут и ГИБДД должно тоже свою функцию нести, потому что все-таки трасса стала широкая, скоростная, ездит там быстро достаточно, и по контролю скорости, и уж главное хотя бы по включению электричества какие-то свои действия тоже предпринять. Ну, люди там живут, ходят, и опасность большая достаточно. Работы по освещению уже запланированы и сейчас находятся в стадии заключения контракта. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Прошедшее 19 ноября еженедельное совещание руководителей муниципальных предприятий и структурных подразделений администрации Малоярославецкого района традиционно начали с информации от представителей МЧС и МВД. Правда, уже на второй планерке подряд от правоохранителей никто не присутствовал. Исполняющий обязанности главы администрации района поручил своему заместителю Ольге Аверкиной обратиться по этому поводу к начальнику полиции и ситуацию с отсутствием сотрудников на планерке исправить. Начальник пожарного надзора по Малоярославецкому району отчитался о подготовке наружного противопожарного водоснабжения к пожароопасному периоду. Частично сделано водоснабжение в Ильинске. Сейчас будем проверять противопожарное водоснабжение. Угу. И... Калантая. Где не устранено? Сейчас выявили, что в Березовке два гидранта не работают. В связи с этим главам поселений будет направлено предупреждение. Не обошлась планерка без упоминания об очередной стихийной свалке. На этот раз в районе деревни Панская. Там ночами нелегально разгружают грузовики с отходами. Поэтому давайте с административной комиссией, нашими специалистами, вот и земельщики, и кто у нас там, Светлана Викторовна, на этой неделе надо выйти, все зафиксировать. Вячеслав Парфенов обратился к представителю дорожного ремонтно-строительного управления номер 5 с просьбой принять заявку на установку дополнительного остановочного павильона около санатория Воробьева, о чем давно просят жители. Говорили о сельском хозяйстве. Ну, та урожайность, которая у нас получилась по зерновым, она, конечно, ну, ни в какие ворота не лезет. Поэтому нам надо объемы с вами повышать. Поэтому, если есть проблемы там с удобрениями, с подготовкой семян, давайте, я готов включиться в эту работу. Есть установка. До 1 декабря все муниципальные здания должны быть оформлены к Новому году. Ответственность за исполнение легла на плечи заместителя главы Ольги Аверкиной. Денис Овсянников поделился с присутствующими новостями о спортивных успехах атлетов района. 16 числа команда из школьников в виде полиатлон спартакиады школьников заняла 18 раз подряд первое место. Тренер у нас Парфенов, тренер у нас Кошман, тренер у нас Геннадий Петрович Никоноров. Главный врач Центральной районной больницы Михаил Брук обратился к главе администрации с просьбой оказать помощь по взаимодействию с правоохранительными органами для сопровождения до Калуги лиц, находящихся в невменяемом состоянии. Помощь готова оказать, но прежде необходимо обсудить все тонкости вопроса с прокуратурой. В связи с недавним поручением губернатора Калужской области провести проверку частных медицинских учреждений, с главным врачом ЦРБ обсудили и выдачу больничных листов. Но если наш муниципальный сотрудник или сотрудник муниципального предприятия закрывает больничный лист в ЦРБ, в Центральной районной больнице, и берет его в частную организацию, то тут надо задуматься,
Поэтому посмотрите, чтобы такой вот у нас системы не было. Озвучивался и беспокоящий многих, в том числе среди присутствующих, вопрос о дальнейшей судьбе ЦРБ. Согласно предложению Совета по здравоохранению, поддержанному губернатором, планируется объединить несколько ближайших друг к другу центральных районных больниц области в одну. Произвести укрупнение. Михаил Брук успокоил участников совещания. Малоярославецкой больнице укрупнение не грозит. Дмитрий Глухов, Максим Сичко, Обнинск ТВ, Малоярославец. Семнадцатого ноября в Технической академии Росатома прошел лекторий из серии «Дерзай знать». Перед обнинцами выступили известные лекторы фонда «Эволюция» Валерий Рубаков и Борис Штерн. Это мероприятие организовано научно-популярным проектом «Курилка Гутенберга Обнинск» и агентством инновационного развития Калужской области. Третий лекторий, посвященный теме космоса, состоялся в прошедшую субботу. Прежде всего я хочу сказать, что вот такого рода мероприятие – это своего рода фишка для города Обнинска, города Новокограда. И вот тот девиз, который встречает нас, «Дерзай знать», с моей точки зрения, крайне важен для развития и сохранения духа нашего города. Валерий Анатольевич Рубаков рассказал гостям о загадках Вселенной, о том, что такое темная материя и темная энергия, как можно увидеть юную Вселенную, действительно ли пуст вакуум и что было до горячей стадии эволюции Вселенной. Будут проходить, ну, я не знаю даже, как назвать, публичные лекции или научно-популярные лекции по космологии, по физике ранней Вселенной, ну, ранней современной Вселенной, там очень много есть интересного. Борис Штерн представил публике лекцию об экзопланетах. Он рассказал обнинским слушателям о том, как ищут экзопланеты, пригодны ли они для жизни и многое другое. Я буду рассказывать про экзопланеты, их сейчас открыто уже там тысячи. Вот, это все очень интересно, это мне было интересно с детства, на самом деле. Хотя это не моя профессия, но меня это страшно увлекает, поэтому я, как так сказать, въехал в предмет. Я попытаюсь объяснить, где мы можем найти планету, подходящую для жизни, как это сделать. А потом, если останется время, может быть, я расскажу, в принципе, уже более фантастические вещи, как до них можно добраться. Ну, зонд там или корабль. Вот. При этом мой доклад будет немножко пессимистическим, потому что это займет тысячи лет. Такие мероприятия востребованы среди обнинцев, и каждый, кто посетил лекторий, смог узнать для себя что-то новое. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Второй фестиваль национальных культур состоялся в Наукограде. Участие в нем приняли представители 6 диаспор, объединяющих народы, проживающие на территории Обнинска и Калужской области. В этот день на одной сцене Дом культуры ФИИ собрал представителей различных национальностей. В Доме культуры ФИИ проходит замечательное событие. Второй открытый фестиваль национальных культур «Мы едины», в котором принимают участие национальные диаспоры и народности Обнинской и Калужской области. У нас в гостях артисты из Малоярославца, Балабанова, Белоусова и Обнинска. В мероприятии приняли участие армяне, белорусы, грузины, евреи, татары и украинцы, проживающие на территории Калужской области. Участники фестиваля читали стихи, исполняли песни на родном языке и демонстрировали национальные танцы. Мы танцуем армянский танец. Армянские народные танцы. Первый танец – армянские мотивы. Второй танец танцует младшая группа, называется «Танец невесты». Во втором фестивале, посвященном национальным культурам, приняли участие около 150 человек. Кристина Забошко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Шестнадцатого ноября на стадионе «Труд» футболисты клуба «Квант» вместе с воспитанниками школы Олимпийского резерва приняли участие в большом городском мероприятии «Делай как я» по сдаче нормативов в ГТО. У нас проходит старт большого городского мероприятия. Это мероприятие по выполнению нормативов тестов ГТО «Делай как я». И сегодня нормативы тесты выполняет действующая футбольная команда футбольного клуба «Квант». И вместе с ними выполняют подрастающее поколение, начинающие футболисты. Испытание включало в себя 5 видов кросса. Бег на короткие дистанции – это 30, 60 и 100 метров. И длинный – 2-3 километра. Как вы знаете, комплекс ГТО, он разработан абсолютно для всех. И мы решили
на примере нашего города показать, как ведущие спортсмены выполняют эти нормативы, тесты. Спортсмены все откликнулись. То есть сегодня мы выполняем нормативы, тесты футбольный клуб. Следующий выполняет волейбольный клуб «Обнинск», который играет высшей лиги Б. Свои возможности в сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» продемонстрируют и пловцы, которые совсем недавно вернулись с чемпионата России по плаванию. В прошедшую пятницу нормативы ГТО сдали около 70 человек. Делай, как я! Кристина Забошко, Сергей Мокрицов, Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Напоминаем, что программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ 5 раз в неделю по будням в 19:00. Мы прощаемся с вами. До завтра. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на наших страницах в соцсети интернет. Всего доброго и до встречи.